둘, 셋. 안녕하세요, 백디준입니다. 이 представимся. 야 봄. 야 아우구스트. 지. 조이씨. 사가. Я забыла сказать свою коронную фразу. Давай, сейчас. Нет. Ее королевское величество август. Нет, поздно. Нет, все, это было поздно. Я пыталась остановить. И знаете что, сегодня... Камбэк. Эйсап! Камбэк с нечто необычное. Это будет ремикс на нашу любимую песню. Мы очень ждали, если мы смотрели фотографии их тизерных фоток. Это было очень классно. Фотографии их тизерных фоток. Да. Русский не наш родной язык просто. Давайте просто. Меня поняли. Посмотрим поскорее. Fat Boys. Fat Boys. Теперь это не Favorite Boys, это Fat Boys. Йоу. Заставка. Теперь это может стать любимым. Кстати, это заставка классная. Интерактив. Йоу! Извините, соседи. Oh, у него глаз! Он рыженький? Погодите, да? Да! Йоу! Они как будто... Это как будто мир будущего. Это бомба вообще.
просто бальзам для ушей. Отдельный респект стилистам. Вообще. Эйсы обещали нам, что в этом году они просто сделают. Вообще. Они. Сегодня какое число? 8 января, они уже вот... Биологические часы. Они просто разнесут этот год. Вообще. Начали они прям вообще. Я боюсь спросить, что будет дальше. Они такие, типа, ну это мы как разгончик взяли сейчас. Ну еще такие пафосные, такие уверенные здесь, типа, это наш год. Блин, мне давно так биты не нравились миксованные. Я так давно не хотела себе новой одежды. Я себе хочу как прозрачный там бисер просто. Это там вообще просто каждый аутфит себе в гардероб. А я не против. Отдельный вид искусства. У нас так, в принципе, в гардеробе, вот если посмотреть, то вот тут вот, вот такая вот стопочка наших вещей, вот так вот одежда эйсов. Чисто шкаф эйсов, да. Типа костюмы с НДК, костюмы с фейворит. Больше красный. Да, а теперь я еще больше хочу, чтобы у меня просто вот это вот у меня с эйсов, как его, плащ из бисера, это у меня шарфик Дон Хуна, очечки вау. Серьги. Ты видела эти серьги, я не понимаю, как у него уши, которые я видела все. Он еще двигается, знаешь, я мне, все увидела. Мне кажется, в тот момент он такой, давай, я готов, мои уши готовы, давай. Если ради такого аутфита я согласна, чтобы мне уши оторвали эти серьги. Они просто должны сделать на это хореву. Ребят, это будет бомба! Вот я хотела об этом сказать. Да, спасибо, что перебили. Сделайте, пожалуйста. Я сейчас Сару поставлю. Не будет за... Сару поставлю. Сейчас ты его сказала это на камеру? Все. Не заметь сейчас. Возможно. Кто-то уже пишет комментарии о том, что мы запомнили. И такие через неделю-две, ну что, хореография готова? И ты такая... Ну мы сначала подождем. Все, да, конечно. Мы подождем. Давайте, если через месяц Эйса не выпустит хореографию на этот танец, делично поставит хореографию на эту песню. Да практика уже должна быть. Лично Ди поставит. Ты для нас. А ты кто? Кто тут сказал, что мы поставим? Все. Записано. Так ты говорила, что... Ты дурака за меня не держи. Вы так говорите, что... У меня есть доказательства. Видео доказательства. Мы это вырежем. Ребят, короче, бомба. Вообще, просто. Если вы не посмотрели... Смотрите, вы сейчас посмотрели нас, и после этого должны посмотреть просто вот только их. Хотя можно еще раз нас, потом еще раз нас, а потом их. Я хочу включить это, пока мы завершаем, ребят. Я хочу еще раз услышать этот замечательный бит. Мы так завершим, простите. Можно продолжать? Можно жать, да. Простите, я просто... Стойте, пожалуйста. Чуть-чуть. Все. Мы можем завершать вот так. Ребят, тема. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ждете ли вы нашу хореографию на эту прекрасную песню. И не забывайте колокольчики, видео выходит чаще, и чтобы не пропустить, нужно нажать колокольчик. Спасибо. И обязательно берегите себя и свои коллеги. Обязательно. Goodbye, amigos. Спасибо, пока.